Россия, вот Россия, вот российская земля. Про тебя, моя Россия, честь и славушка легла. Беспощадные к врагам, благодушные и щедры с друзьями. Когда в самарских краях появились первые казаки? Чем волжские казаки отличаются от донских? Как государству удалось заставить вольных разбойников служить на благо родине? Как сейчас поддерживают традиции казаков их потомки? Смотрите программу «Самара многонациональная» 12 июля в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».